Ребятушки, я сейчас на станции такую ужасную картину видела, кошмар. Мальчик это, так сказать, без рук до локтя практически, но как-то с телефоном работает вообще. Ужас, ужас. Включила, просто сейчас будет скорая, я вам канал показала, не знаю, видели, не видели. Сейчас будет моя это, Сен-Жерман, блин. По идее, должна буду выйти, но я вам ее сниму, потому что, во-первых, видите, уже все, солнца, видите, уже нет. Такая, ищу себе причины, чтобы не выходить. Но я просто, ребятушки, действительно очень-очень сильно устала вообще, просто что-то, не знаю, солнце выглядывает. Не так уж прямо я и там переработалась, ну, в смысле, я хорошо поработала, просто бывали у меня моменты, что я и больше снимала, вот. Ну, видать, старость и радость. Там что-то у нас торчит, да, интересно, это уже с нашими стилями, посмотрите. Здание. Торчат даже. Даже выпячиваются уже на поверхности. Смотрите, здесь тоже. Видите, это стены. Домик наш. Видите, как прям выпячивается. Сейчас я хочу вам все-таки его показать. Потому что я чувствую, что у меня... Ну, во-первых, батареи очень мало. Но у меня есть такой телефон, ладно уж там, да? Вот. А пауэрбэнк у меня дочка забрала, блин. То, что у меня хорошее, а у нее нет. А я взяла ее пауэрбэнк, а там оказался специальный шнур. Но я об этом не подумала, блин. Потому что у меня так крутой пауэрбэнк, у меня там все эти. Любая там дырка, любой шнур подает. А у нее нет, у нее специальный шнур, блин. И вот почему-то на горе, что он дурацкий, ну ладно, посмотрим. Все, не заряжу его. Каналы, видите, каналы. Кстати, там, где каналы, потом они переходят в стены. Везде, везде, везде. Сейчас вообще будет двойная вот эта вот дорога, да? Кстати, посмотрите, посмотрите, такая. Елись, да? А? Все-таки смогла этот мост, а то обычно он шум, вот так вот. Просто пролетает, даже не пролетает, а промелькивает. А тут я обратила внимание даже, что на нем рисунки. И вот это, кстати, мост. Он недалеко от моего Сен-Жермена этого. Видите, какой канал к Сен-Жермену идет? Посмотрите, да, вот этот канал. И тут тоже канал, видите? Вот это все канал. Вот к Сен-Жермену он и идет. Вот мы уже подъезжаем к Сен-Жермену, ребятушки. Но мне так неохота выходить. Смотрите, здесь канал, вот, да. Правильно. Идите. Сен-Жерман Вечелези. Вот еще один, тут видите, смотрите, да? Прям между домами проходит, нормально? Вот, и здесь, посмотрите, здесь еще один канал, посмотрите, кстати. Здесь очень, конечно, все интересно. Но это вот поезд мой, вот этот мой поезд, который, на котором я езжу, понимаете? Видите, труба тут. Тут, смотрите, вот я должна была сейчас выйти. Сейчас он придет на меня наезжать. Видите? Че ты, сучка такая, не вышла? Ничего, я вас еще раз выйду, видите, там тучка какая. Сейчас вам скажу, что я отдирала клипку с билетик, заплатишь мне в 3 раза больше. Раз не вышло. Ребятушки, ну, мы сюда придем. Придем в следующий раз. С
все тут есть, все тут наше. Три канала даже тут, видите, три. Ну как я могла его с трикатой перепутать, я вообще не понимаю. Вот, посмотрите, 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 что здесь маленьком, маленьком вообще Сен-Жерман. Еще нам не говорят, что здесь ничего нет. Вы посмотрите, что здесь, да? Поглядите, какой этот, посмотрите, все с башнями. И посмотрите, какая наша монументаль. Видите? Туда-сюда, там вообще просто никто не, ничего не делает, слава богу, мне это лучше. А здесь, блин, он, ну это он сейчас, мне кажется, если было бы на неделе тут школьники бы ездили, а он заколебался бы, у них билет брали. Просто так как я ехала с Аосты, когда вот такой весь полный поезд был, вообще переполнен, друг на друге все сидели, блин. Вот еще одну хочу вам башенку сейчас показать. Вопрос о башнях. Вот эти, видите, она. Вот она, вот она. И вот эти башенки. Вот. На этой фактории. Вот это вот фактория. Эта штука там такая, которая. Вот хрен к ней подойдет. Вот попробуй к ней доберись за нее, да? И там вот там вдалеке тоже есть. Вот попробуй. Вот что ему не сидится на месте, вот скажите. Просто чувствую, что я здесь, что я уже что-то не то не. Что мне, по-моему, нужно выходить. Но я хочу, ребятушки. Вот, посмотрите, какие тут каналы, посмотрите, посмотрите. И все вот волнистое, заметили? Волнистое, да-да-да, идет. Я хочу, знаете, досидеть до Навары. Почему? Потому что тут очень хорошо снимать, он, в общем-то, достаточно медленно идет. Мне нравится вообще просто практически вот три дома всего, и тут постановка есть. Но он не остановился здесь тоже. Черчение уже подъедем. Видите, опять там вот фактория вдалеке, вот там. Не знаю, видите, не видите. Вот, видите там. Все они как-то не вблизи дороги, вот этой даже железной. Поэтому хрен до них доберешься. Здесь сейчас будет опять река. Около Верчели. Вот тут тоже какая-то вообще. Понятно, да? Вот просто стоит себе тут фактория, блин. Да? И вот башня, кстати, да? Так вот. Не знаю. Не помню. Будет сейчас река или нет? По-моему, будет. Ну, поснимаем каналчики, видите, каналчики. С арочками под землей. Ну, поверьте мне, так и есть. Я вижу под собой. Это зигзагом, да, каналчики? Боже мой, к этому я маньяк снимать дорогу, я маньяк. Но сейчас, вот в следующий раз я успокоюсь, потому что сейчас я уже все свои вот запрограммированные штуки сняла. Даже домик там сняла сегодня. Около там, где там он был. После Мадженты. Сейчас выключу.
еще и будет река. А там классно тоже обработанная камнями перед большими. Ну как чисто убрали, да, ведь? Поля. Ничего нету больше? Вот я вам сейчас покажу вот эту штуку интересную. Смотрите, вот канал, да? Смотрите, 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 какая это штука, поглядите. Блин, смотрите. И еще и башня там. Ой, блин, да. У меня телефон тут что-то начал, блин, тормозить. Ворона такая, телефон. Все испортил мне. Вот эту штуку тоже надо снять в следующий раз. Блин, ну тут, видите, заряд тут что-то клинит. Ладно, я ее отключу. Потому что, видите, у меня Сан-Джерман в Верчеллезе, он помнит, что что-то там в Верчелле было. Вот. Я не хочу выходить. Хочу доехать до Навары. Подушки вообще не хочет фокусироваться. Смотрите, вот эта стена, да? Это вот настолько доказывает, что, опять же, не только что эти стены, ладно, уже, да, были, а что стены эти были независимо от железнодороги. Ну, вы поняли, да, в смысле? Потому что если их построили романы, да, то как они знали, вот эти романы, потому что вот эти кирпичные стены, мосты, вот эти, они дают в основном романам. Ну, римским, вот, римлянинам. И вот, понимаете, кто-нибудь спросил, а зачем, вот на Варе точно эта стена, да, под мост, а зачем вообще им строить над железной дорогой, которой еще нету, да, правильно, ее же нету еще, ее же только должны будут построить, когда там, вот, понимаете? Так, ну ладно, я пока выключусь, надеюсь, он меня не выгонит сейчас.